сейчас мы находимся в рамках изначально определенных правительством сроков. Это 26-й год. Еще раз Маравский Кирьянов подтвердил сейчас все эти даты. Будем ежедневно контролировать этот ход работы и помогать во всех вопросах, которые будут требоваться от краевой и городской власти. Поэтому метростанции и маршрут метротрамвая, безусловно, построены так, чтобы как раз связывать спальные районы и деловые районы города Красноярска. Поэтому они должны будут взять на себя существенную часть пассажиропотока, и это, конечно же, уменьшит трафик автомобильный и, соответственно, позволит нам улучшить экологическое состояние. Вопрос строительства аэропортов – это отдельная тема, которую Михаил Михайлович ставит перед федеральным правительством. Мы ее, безусловно, будем обсуждать и будем искать пути решения. Есть задача, поставленная президентом, доведение до норматива 85% опорной сети. Это большое количество и региональных дорог, и федеральных. И сегодня мы очень подробно с Михаилом Михайловичем эти вопросы обсуждаем. Это та перспектива, которая краю просто необходима. Край огромный по размеру и требует, конечно, хорошего состояния дорог. Что можно жилье строить больше, оно должно быть более качественным и удовлетворять нуждам всех желающих, значит, улучшить свои жилищные условия. Есть микрорайоны, которые были построены достаточно активно, но не обеспечены соответствующей инфраструктурой, не хватает школ-садиков. Те вопросы, которые Михаил Михайлович сегодня ставит перед федеральным центром, мы, безусловно, будем помогать.